Вот, вообще, лень — это отличный фактор, чтобы, опять же, ну, что-то где-то оптимизировать. То есть, вот тебе лениво, например, делать вот эти вот контрольные группы, там, точнее, тебе лениво ставить вторую базу, да, например, в Старкрафте, да, ставить вторую базу, и тебе нужно вот брать, тянуть мышку в правый нижний угол, да, тянуть, вот искать, где ее поставить. Вот из-за лени появляются контрольные группы, к примеру, F1, да. И мне никакой рукой двигать не надо, чтобы поставить вторую базу. Я просто нажимаю F2 и нажимаю построить. Все, да, то есть вот этот лень — двигатель прогресса. Да. А вот, кстати, про всякие там лени и прочее, сейчас завтра, послезавтра, послезавтра, короче, несколько дней подряд вечером будут выходить такие видосы, где я буду как раз-таки похожие истории рассказывать, что-то типа как побороть лень там и прочие все штуки, и полировать, интерпретировать, экстраполировать. Не будем загоняться в термины. Короче, на примерах Старкрафта немножко мы будем общаться, да? А сегодня выйдет, как поднять АПМ. Так что, если у вас маленький АПМ... милости просим сегодня. Ладно, верим ему. А по поводу, я бы мог также работать как задротить, кто-то писал. Я бы сказал так: если бы я нормально не работал, я бы вот не мог сидеть и задротить как раз таки. Да? Так что вы очень неправильно многие ситуацию воспринимаете. Потому что если бы на работе что-то было не так, как это было вот пару месяцев назад, то, ну, вот меня аж не было видно, да? То есть я аж пропал. Куда? Ну, все очень понятно, куда. На работу. Надо было решать вопросы. Так, что-то он меня пугает. Имру мачу.
трубопровод-то? Ой, он по апгрейдам отстанет, да? Так, хорошо. Этого обсосочного сюда. Здесь. Так, пошли под плюс 2, наверное, в атаку. Не-не-не, дождемся чаржа сначала. Best in the world.
Чувак, у тебя мейн горит, ну не надо тебе здесь драться. Не надо, ну не надо тут драться, чувак, у тебя мейн горит. Мейн горит, чувак. Три барака такой, противный билд. Надо сейчас посмотреть реплейчик, собственно, вот как играть против трех бараков. О. Так, что там у нас в чатике? После видоса нас АПМ как у корейцев? Ну да. Лени Стерна делает тоса. Как отрастить баркод? На рыбалку? Ситуация с работой в РБ? Я без понятия, как ситуация. Ну, на самом деле, наверное, смотря где, смотря кем. То есть я в реальном секторе работаю. У нас сейчас намного больше народа появилась, которая хочет устроиться, да, то есть после короны. Ну, скажем так, я общепит гостеприимства у меня в основном, поэтому, ну, половина народа позакрывалась в этой сфере, скажем так, вот куча людей просто желающих поработать у меня, поэтому, ну, как-то так сейчас. На Корее играет намного меньше людей, чем на Америке. Поэтому, White Ferris, твое замечание не совсем верное. Вот. Если ты много будешь работать, работа не начнет работать на тебя. Работа никогда не будет работать на тебя. Если ты открываешь какое-то дело, тогда, ну, дело может начать работать на тебя, если ты его грамотно автоматизируешь. Давай, Колян, баиньки. А не рано тебе в 2 часа баиньки? А что за работа тогда? Я откуда? Из Минска. Давайте посмотрим пока этот. Репчик. Чувак дожидается Мариков, бежит разведывать рипером. В принципе, все красиво, стандартно. А, тут три барака плюс один еще пушек. У этого пуша есть косяк, потому что если на 4.30 сейчас дарки ворвутся, очень жестко они режут все, все, что здесь вообще есть. Смотрите инкам, что самое главное, да? То есть у нас сейчас инкам вот уже с такой экономики под 2000 заваливает. То есть мы сейчас реально добываем очень много, хотя он идет, и мы типа сидим на двух базах.
бесполезный врыв, он отдает юнитов. Продолжаем раскачиваться, ставим третью, типа все окей. То есть здесь тоже он вроде бы все сделал нормально, но на самом деле он отдал опять юнитов. Мы здесь просто разменялись хорошо. И у нас сейчас опять добыча уже 2200. По потерям у нас поровну, но мы к этой минуте добыли намного больше, чем он. Вот и все. Переводим просто рабочих и сидим, отдыхаем. Заметьте, 2 гейта, 2 фаржи и роба. Прям крутой билдосик. Ну и жесткую армию собрали. Вот это мастер контроля дропов тут. Двести лимита, почти стоит 3. Просто вообще жесть. Ну и здесь пожар, конечно. Да. Вархаммер? Не играл.